Жители Нижнего Новгорода участвовали в акции «Бросай курить». Каждый участник забивал гвоздь, который стал символом полного отказа от вредной привычки. В наше время вопрос курения стоит довольно остро. Именно поэтому подобные акции, призывающие к здоровому образу жизни, становятся популярны. В них участвуют даже не курящие, чтобы поддержать остальных участников и пропагандировать бережное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Вот хоть я и не курю, но я сейчас забью гвоздь на сигарету всех курящих нашего города Нижнего Новгорода, вообще области, всей нашей страны. В этом году акция прошла в Звездинском сквере. Мероприятие организовано поколением здоровья «Чистые легкие Нижнего». А судя по количеству торчащих шляпок, желающих избавиться от пагубной привычки много. Сегодняшнее мероприятие оно направлено на пропаганду здорового образа жизни, отказа от табакокурения. Мы все знаем прекрасно, насколько это вредит нашему здоровью. И, как я уже сказал, что Всемирный день отказа от табакокурения 31 мая. Сегодня у нас уже 3 июля. Это к тому, что мы не привязаны к датам. Мы проводим постоянно различные мероприятия, пропагандируем здоровый образ жизни. Каждому участнику за символичное забивание гвоздя в сигарету выдавали яблоко. Волонтеры-медики рассказывали прохожим о вреде табакокурения. В частности, упоминали, что по статистике 17% всех смертельных случаев связаны с заболеваниями, которые вызваны этой вредной привычкой. Также врачи рассказывали о профилактике онкологических заболеваний и о методах самодиагностики. Лучше заболевание предотвратить, чем его потом лечить, исключить вредные привычки. Во-вторых, заниматься здоровым образом жизни, заниматься физической культурой. Каждый желающий мог получить консультацию врача, измерить давление и проверить уровень кислорода в крови. А также организаторы акции напоминали всем участникам, как важно следить за здоровьем именно сейчас, в период пандемии.